начинаю новый влог. Вчера ездила в торговый центр и прикупила себе некоторые вещи. Зашла вот в Фраше, купила себе молочко и гель для душа. Решила первый раз попробовать. Такой гель для душа он идет. Он идет, по-моему, Лотос. Лотос и Шалфей. Запах приятный. Там были одушки. Ну, кому-то что как нравится. Мне нравится, что посвежее. И взяла вот такое молочко. Оливки. Грань. Это что у нас? Пятигренли. Вот. Свежесть тоже пахнет. Взяла на пробу. Мне понравились. Просто не знаю, как вот будет на тело. Но я думаю, оно не жирное должно быть. И мне дали... Так, пробники вот в этой коробочке шли. Это маска для волос, серум для лица, такой вот, и, по-моему, это крем. Тоже так, крем, да, ночной крем. Вот, дальше сейчас вам покажу. Дальше будет покупка из Инканта. Я месяц назад мерила там себе боди в черном цвете. Мне очень оно понравилось. Конечно, цена раньше оно было дешевле. Сейчас они, конечно, дороже, но я решила, мне тут на день рождения подарили денег, и я себе купила боди. Так, взяла 75Б. Да, 3Б получается. Красиво сидит. Можно под пиджак, также можно летом шортами его носить. Декольте красиво оформлено. Так что такая покупка у меня была. И еще купила обувь. Так, сейчас секунду. Так, взяла бренд Принглс. Сейчас у них новый дизайн. Они теперь пакеты не дают, а идут как в коробке с ручкой. Так, такие ботинки на осень взяла. Осень, весна. Такие кожаные. Мне понравились вот эти вставки, как прошиты здесь. Также можно и с джинсами, с платьями, с юбками. Идет на молнии. Там у них небольшая байка, то есть ну, до -3, я думаю, что даже не замерзнешь, до -5 даже может. Баечка такая легкая идет. Такие прикольные. Такие у меня были покупки. Шла посылка золотого яблока. Я заказала такую пудру от Essence. Я хотела NYX, но NYX нету. Наличие уже в продаже. Заказала эту. Она идет матирующая, прозрачная пудра. Кстати, мне понравилась. Я попробовала. Так, фокусы. Матирующая, да, пудра. Понравилась. Она была 340, по-моему. 300 или 80. Ну, хорошая пудра. Тут немножко ковырнула. Понравилась. Дальше. Я заказала тушь, повторила телескопик. Она 521 рубль вообще идет. Потому что я до этого брала за 700. 700 с копейками она была. Пока на акции я ее взяла про запас. И также про запас я взяла такой карандаш от Vivienne Сабо в оттенке номер 7. До этого тоже брала. Брала за 480, сейчас он 280. То есть 200 рублей экономия взяла. Также можно применить скидку 10%. Будет еще дешевле. И взяла такую маска грязевая для тела. На спину наносить, как раз на поясницу. У меня в осенний период начинается обострение, прыщики вылазят, и вот решила. Так что вот такой у меня был заказ. Такими цветочки еще подруга подарила. Красивые. Такой букетик. Букет в корзиночке. Корзиночку можно будет потом оставить. Так, сейчас зашел Магнит Косметик. Купила пасты Колгейта. Взяла так кальциоремин и Макс Блекс с отбеляющими пластинками. Мне, кстати, нравится вот это. Взяла за 200 рублей. 200 рублей, конечно, средней жесткости. Так, потемнение. Вот такую щетку. Я беру там специально с резиновыми такими этими вставками. Там нравится такая зубная щетка. Так, гель для душа, да, взяла. Нежный скраб. И взяла бальзам на термальной основе. Я тут его скрыла, пахнет очень приятно. И взяла тоже на акции туалетную бумагу. Так, и с Озона мне пришли посылки.
Я взяла такую расческу для укладки волос. Что она такая огромная? Фирмы Девалли она называется. Ну, кстати, такая увесистая. Ну, у меня до этого старая была, а это прям какая-то немножко другая. Решила сменить расческу. Кстати, расческа. Сейчас перейти мне в ванную, в комнату. Также заказала Натурелла прокладки ультра. Кстати, они на Озоне сейчас получается. Ну, вот я заказала, успела дешевле. По 187 рублей за 20 штук. Потому что в Магнит Косметике 119 рублей, считай, 10 штучек. Здесь выгодно. И до места заказала за 147, по-моему. Тут 750 миллилитров. То есть получилось на Озоне выгоднее, чем в Магнит Косметике. И вот, считай, расческу распаковала, расчесалась. Мне прям понравилось. Так что такие у меня были покупки.